Андрей! Андрей! Андрей, помоги! Помоги, Андрей! Алиса! Алиса! Бизнесмена Андрея Рахманина, бывшая модель и тусовщица, с весьма бурным прошлым. Да уж, бурнее некуда. Так, результаты вскрытия. Жертва была отравлена кокаином, в который был добавлен цианистый калий. Нормальный ход. Цианид вызывает паралич дыхательного центра и удушье. Вот поэтому она и рванула к окну. Пыталась рефлекторно побольше воздуха вдохнуть. Ну, богема, блин. Чем не имется? Жили бы, как все люди. Ну да. И умирали бы, как люди. Ну и кто же ее мог таким интересным коксом угостить? Вова, смотри. За час до смерти жертвы к ней заходил вот этот типочек. Наш старый знакомый Купидон с подарком. Местный дилер. Всю богему кормит. Ну, и понту ему убивать свою клиентку. А вот это мы у него сейчас и спросим. Мне знакомый мой нашептал, что у Купидона сегодня встреча деловая. Поехали поучаствуем? Поехали. Серега, держи. Для тебя курьер оставил. Спасибо. Это с женой уже по почте переписываешься, да? Не твое дело. Финита ля комедия. Это ж сколько вы друг друга выдержали? Лет 10, да? Это уж подольше, чем ты со своей. Да ладно. Обычное дело. А я вот развелся, вообще не парюсь. Честно. Я искренне рад за тебя. Понял. Молчу. Не рыпайся! Стоять, я сказал. Стоять, 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 стоять. Thank you.
умаляю криминальную карму. На тебе и так одно убийство есть. Какое убийство? Ты что, на меня вешаешь мусор? Никто ничего не вешает. Ты, главное, не нервничай. Береги свое больное сердце. Отпусти человечка. А? Ладно. Поговорим в спокойной обстановке. Но мне за тобой мокрушки. Пойдешь по минимуму. Я гарантирую. Только не усугубляй сейчас. Сделаешь человеку дырку, назад дороги не будет. Ты ж пацифист, Коля. И у тебя же вроде бы и оружия никогда не было. Это не мой. Мне Пашка зуб отдал за долги. Ну, если пистолет не твой, это хорошо. Это плюс к карме. А теперь отпусти человека. Задело позвоночник. Нам до сих пор непонятна степень чувствительности ваших ног. Что там по делу? Ну, что по делу? Закрыли этого Купидона в СИЗО. На протокол он сознался, что там кокаин в этой Алисе Рахманиной в день ее смерти. Сучонок. Не признался в отравлении. Божился, что кокс чист. На толк-то что? Все равно все косвенные улики подтверждают его вину. Так что дело закрыто. По совокупности твоему Купидону пожизненное светит, ответит, сука, за то, что тебя так покалечил. Да херня все это. Не понял. Ну, что херня? Вы видели этого Купидона? Да пес он сыкливый, а не убийца. Такие, как он, по природе не способны убивать. А пулю в тебя влепить он не засал. Это он случайно. Не хотел он стрелять. Я глаза его видел. Значит, дело закрыли, да? Да. Главное, ты не волнуйся. Успокойся, главное, ты выздоравливай. Вот что главное. Главное, что дело закрыли. Вот это главное. Ну что ж, спасибо. Спасибо, что проведали. Спасибо. Серег, ты держись, там... Да. Я держусь, Володька, я держусь. Держусь. Сейчас главное держаться. Зайдем еще. Да, заходите. Заходите, непременно заходите. Навестите. Да. И двери закройте там. Держусь я. Серега, держи. Для тебя курьер оставил. Спасибо.
Жена ваша пришла? Нет. Что нет? Не надо, чтобы она входила в палату. Скажите, пусть она уходит. Откройте, пожалуйста, эти документы по адресу, которому я указал. Хорошо, сделаем. Теперь гулять на улицу. Я сам. Серега, привет. Молодец, новый транспорт осваиваешь, да? Мы все думаем о тебе, потому вот нам рекомендовали физиотерапевта Анну Равинскую. Здрасте. Большой специалист с огромным опытом реабилитации спинальников. Ты знаешь, у меня такие новые методики. Вот она так повернет, так и сразу... Невероятный рост карьеры. Был оперативником, а стал спинальником. Мне сиделка не нужна. Я не сиделка. Вот Купидон маляву передал из СИЗО. Просит встречи лично с тобой. Да пошел он нахер, ублюдок! Из-за него, суки, я теперь всю жизнь в коляске буду кататься! Знаете, я приду к вам через несколько дней, вы как раз немного успокоитесь, и мы обо всем нормально поговорим. Куда тебя везти? В квартиру родителей. Я дорогу покажу. Открыто! О, граф, где вы? Я здесь. Привет. Здорово. Ну как ты? Осваиваешься тут, да? Та-да. Хозяин Медной горы. Вот тебе сейчас подарок от коллектива. Спасибо. Спасибо. Это еще не все. Ну-ка, Володя. Один минут. Массажный стол. Вуаля. Все чики-пики. Разбирается. Поднимается. Гляди, как в Тайване. Хаджуме! Ты знаешь, ты врачихе ничего не давай, потому что мы уже на полгода вперед проплатились. Официально, через управление. Ну, что там у нас? Ну, наша служба и опасна, и трудна. С каждым днем все больше всякого говна. Да, кстати, о говне. Я тут все думаю про дело, с санистым кокаином. Я там в супермаркете намекнул Купидону про убийство модели. Он когда услышал, реально на измену упал. Купидон-то был уверен, что мы берем его за наркоту. Да забудь ты про это уже, дело закрыто давно. Да рано закрыли. Мне чутье подсказывает, что мы убийство на крайнего повесили. А реальный убийца на свободе гуляет. Владимирович, отправь дело на дорасследование. Ну, о чем ты? Какое дорасследование? Что оно даст? Кто его будет дорасследовать? Ты, что ли? Ясно. Значит, мне теперь все время на этом кататься и на утку ходить. Да, ну, при чем здесь? Ну, ты не так понял. Ну, ладно. Если хочешь покопаться в этом деле, пожалуйста. Если тебе от этого станет легче. Да мне легче теперь не станет. А дело хоть мозги займет чем-то. Договори. Добрый день. На беседы о Боге я не настроен. А свидетели Иеговы идут на... Я не свидетель Иеговы. Я ваш новый напарник. Меня прислал полковник Тетерев. Да, Сереж. Тут какое-то чудо сопливое в очках ко мне вломилось. Говорит, что он мой новый напарник. Да не напарник, а помощник. Ну ты же собирался дело дорасследовать. Ну, вот мы тебе и презентовали стажера из Академии МВД.
Звать его Леша Скрипков. Если честно, он нас уже всех в отделе под корень достал, да. Носится со своими этими штучками, примочками, там, планшеты эти, смартфоны. Ну, вообще такой легкий на подъем. А на кой хрен мне этот детский сад? Алло! Алло! Сергей Юрьевич, вот материалы дела об убийстве Алисы Рахманиной. Давайте я вам помогу. Запомни, никогда не прикасайся к этому креслу. Ты меня понял? Понял. Ты с материалами дела ознакомился, студент? Конечно. Нужно встретиться с Купидоном. Он в СИЗО или уже перевели? Он сейчас в лазарете, у него что-то сердце барахлит. Но это не проблема. Я попрошу у Тетерева разрешения на встречу с ним. Хорошо. Еще одно задание, студент. Я стажер. В доме, где произошло убийство Алисы Рахманиной, нужно изъять всю видеосъемку с камер наблюдения. Всю, что только есть. Угу. Ты меня понял, студент? Понял. Что ты за мастер? Сантехник, что ли? Не знаю. Но, судя по дате видео... Это за 4 дня до убийства. А что это за хрень у него в руках? Трансформер. Игрушка. Угу, какая ссора? Угу, почти драка. Интересно узнать причину. А ну, промотай еще. Вот это следующий день после ссоры. Угу. Опять этот мастер приходит. Алиса в доме одна. Мастер пробыл в доме недолго, уходит. Вот он ей что-то говорит во дворе. Отчитывается по результатам работы. Мастер. Он мог слышать, о чем орали они во время ссоры. Значит так, найди его и опроси, что он там делал, что слышал и видел. Mm-hmm. Ты усек, студент? Да, но вообще-то я не... Что? Ничего. Вот, уже подхожу к вашему офису. Ага. Здрасте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы звонили? Да, это я вам звонил. А где мы можем поговорить? Ну, идете в мастерскую. Хорошо. Цаплин Геннадий Веленович. Работаю на фирме «Камин Плюс». Строим, ремонтируем, реставрируем камины любой конструкции. Что вы делали в доме Рахманиных? Была жалоба, что слабая тяга в камине. Я приехал, замерил тягу, проверил короб, прочистил вент-каналы. Вы слышали ссору хозяев? Конечно, не специально. Дверь была открыта. Муж орал, что если так и дальше будет продолжаться, то вычеркну из своей жизни. Вот прям так и сказал. У Рахманина в руках была игрушка. Он что-то о ней говорил? Игрушка? Вы знаете, я как-то на это внимание не обратил. Эту часть разговора я, наверное, не слышал. Почему вы приехали к ним в дом повторно через день? Так она снова позвонила с жалобой на камин. Видите ли, ей показалось, что дым просачивается в комнату. Простите. Ну, я, естественно, снова приехал. Конечно, ничего не нашел. Но я считаю, что это она со скуки решила придраться. Ну, вот... Причуды богатых. Это все. Что скажете? Скажу, что нужно нарыть информацию о бизнесмене и его жене. Их прошлое, связи, друзья, враги. Банковские счета, мобильные номера, группа крови, размер ноги, размер груди. Это
Шутка. Вы что, с ума сошли? Но это же прекрасно, что вам больно. Это значит, что вы чувствуете. Сергей Юрьевич? Мы здесь. Здрасте. Здрасте. Я это попозже тогда зайду. Нет-нет, докладывай, что там накопал. Все, на сегодня закончили. Что значит закончили? Не указывайте мне, пожалуйста. Возле кухни дверь направо. Что направо? Ванная. Руки вымойте и до свидания. Хорошо. Ну что там, докладывай. Докладываю. Бизнесмен Андрей Рахманин ведет дела чисто, ну, разве что с налогами мутит. А кто в наше время не мутит? Вот, в связях с криминалом Рахманин не замечен, а вот жена его интереснее. Алиса до замужества была известной моделью, работала на подиуме. Тогда же и подсела на кокаин. И знаете что? Дилер Купидон в то время был ее любовником. Хорошо. Ну, допустим, мотив убийства – ревность. Муж сам отравил Алису. Узнал, что она снова связалась с наркодилером и начала нюхать. Он решил отомстить. Нюхни-ка Дездемона цианида. Ну, вроде все складывается. Попробуем прижать бизнесмена. Значит так, я сейчас позвоню Рахманину. Скажу, что открылись новые обстоятельства смерти его жены. Он прискачет в любом случае. А ты в это время мотнись в его загородный дом. Он опечатан. Рахманин сейчас живет у себя в квартире. И что я должен у них дома сделать? Выполнить одно очень важное поручение. Откуда? Зачем вы забрали игрушку из моего дома? Встречный вопрос. Зачем вы убили свою жену? Вы же не идиот. Я не убивал свою жену. Я всю жизнь только тем и занимался, что спасал ее. От наркоты, от уродской богемной тусни. Благодаря мне Алиса завязала с наркотиками на 2 года. На 2 года? А почему опять стала употреблять? Не уследили? У нас не получалось завести ребенка. После неудачной беременности. Для Алисы это стало большим испытанием. Она впала в депрессию. И вот втайне от меня она поехала в детдом, выбрала мальчика и стала готовить документы на усыновление. И ни слова мне не сказала. Она хотела поставить меня перед фактом. Я все еще надеялся воспитать своего сына, понимаешь? Родного. Я верил, что все еще возможно. Эту игрушку Алиса купила для того детдомовца. Она хотела подарить ему, когда мы заберем его к себе домой. И когда я нашел игрушку у Алисы в комнате, она мне во всем призналась и про ребенка, и про наркоту. Мы очень сильно поскандалили. Алиса не выходила из своей комнаты, а я несколько дней ночевал в отеле. Вы испытывали ревность? Купидону. Ну, у них с Алисой когда-то была связь. Ревность? Что за бред? Ревность можно испытывать к достойному сопернику, а Купидон вызывал у меня только отвращение. Вы в день смерти приехали домой с вином и цветами. Да.
Я надеялся, что мы поговорим, помиримся. Я любил ее. И все ей прощал. Жаль только, что это не спасло ей жизнь. Судя по вопросам, вы не уверены, что Алису убил Купидон? Ну, скажем так, есть кое-какие сомнения. Вы решили, как это у вас называется, проработать меня? Это все? Я могу идти, или вы меня арестуете? Никто вас не собирается арестовывать. Ты найдешь убийцу? Или тебе помочь? Найду. До свидания. Сергей Юрьевич, извините, но вы не сказали, зачем вам нужна эта игрушка. И что? Я это, игрушку в доме Рахманина не нашел, поэтому купил аналогичную в магазине. Ты что, совсем мозги потерял, студент? Как-то не нашел? И где делась та игрушка? Не знаю, может, я плохо искал. Плохо. Плохо, что мозги дополнительные в магазинах не продаются. Были бы тебе кстати. Значит так, катись в детдом и пробей там что и как. Может, бизнесмен и врет насчет усыновления. Понял. А я вам отчет вечером по интернету на почту скину. Супер. Только интернета у меня нет и почты тоже. Как это? Сейчас будет? Теперь у вас есть интернет. Сейчас зарегаем вам почту. Открой, Эйнштейн. Здоров, студент. Я стажер. Да какая хренам разница? Здоров, Серега. Здоров. Как ты? А ты как думаешь? Рассчитываешь, что у меня за неделю новый позвоночник вырастет? Ты по делу или опять гуманитарную помощь принес? Да по делу я. Ты там хотел с Купидоном встретиться. В общем, не в этой жизни. Ласты склеил Купидон. У него порок сердца был. Сегодня утром случился инфаркт. Простите, просто дверь была открыта и… А вы что, так и спали всю ночь в кресле? Я работал. А, за чужими жизнями подглядывали? Я тоже очень рада вас видеть. Мальчика, которого хотела усыновить Алиса Юрьевна, зовут Илья Ходоров. 5 лет ему, сирота, родился в Белогорске. Ну, что еще? Далековато отсюда. Ну, да. А где он? На площадке. Он старается всегда занять самое высокое место. Вот и сейчас он здесь, видите? Вижу. Все смотрит, ждет новых родителей. А мы прозвище ему придумали. Дозорный. Извините, я на секунду. Да-да. Испанский сапог случайно не вы придумали? Случайно не я.
Знаете, все как-то на досуг. Все время таким, как вы, занимаюсь. Сергей Юрьевич! Сергей Юрьевич! Так, стоп! Вот стоп! Сначала мы доделаем все наши запланированные процедуры, а потом уже Сергей Юрьевич и все остальное. Возле кухни направо. Вы в курсе? Никонов. Спасибо, доктор Боль. Вы не против, если я так буду вас называть? Да мне все равно, как вы меня будете называть. Единственное, что мне нужно, это чтобы вы сами захотели встать на ноги. А ну-ка идите сюда. Как вас зовут? Алексей. Очень приятно, Алексей. В следующий раз будете делать массаж сами. Всего доброго. Эй, студент! Вот, трансформер. Ух ты! Тот самый. А откуда он взял своего малого, если Алиса не успела ему еще подарить? А вот видео с директрисой. А что случилось с настоящими родителями Ильи? Мать, насколько я знаю, отравилась газом, отец неизвестно где. Родная бабка по рекомендации органов опеки отдала Илюшу в детский дом, а потом сама и померла сразу. Ребенок не помнит родственников совершенно. Но ведь его хотели усыновить там, еще в Белогорске. Только на этапе оформления окончательных документов приемные родители погибли в автокатастрофе. После этого он попал к нам. Подальше от дурных воспоминаний. Проклятие сидит над ребенком, висит как... Что это за колымага рванула? Синяя Вольво. А ну, верни. Увеличь. Номер не разобрать. Слышишь, студент, пробей эту тачку. Постараюсь. Любовь Анатольевна. Извините, это опять я. Я не хочу вам показать буквально одну фотографию. Нет, несколько фотографий. Вот, игрушка у Ильи, откуда она? Ну, понятия не имею. В нашей игровой таких нет, у нас все бэушное, знаете ли. А этот робот выглядит как новенький. Хорошо, а вот тут, смотрите, машина возле ограды, чья она? Ну, откуда мне знать? Знаете, сколько этих машин здесь останавливает? Смотрите, может, вспомните? Ой, постойте-ка, кажется, Людку нашу с кухни-кухарку подвозили на такой, если я не ошибаюсь. Людку-кухарку? Да. Кухня внизу? Да. Спасибо. Пожалуйста. Вы Людмила? Да. Буквально пару вопросов. Вам знакома эта машина? Нет. Почему она там стоит, не знаете? Нет. И что, в той сумке тоже не знаете? Чего вы все цепляетесь? Идите к директору и у нее все спрашивайте. У директора я уже был, а сейчас я позвоню в Министерство образования. И завтра же сюда пришлют комиссию. Проверка инвентаризации имущества, учет продуктов питания. Мы здесь работаем как проклятые, а вы все комиссия со своей комиссией. Кто вас подвозил на этом автомобиле? А что такое? Мужчина уже за женщиной поухаживать не может? Может и должен. Вот расскажите мне о мужчине. Я с работы шла тогда, а он мимо проезжал, остановился. Девушка, давайте подвезу. Ну, мужчина интеллигентный, симпатичный, не хулиган какой-то. Вот, ну, так и познакомились. А потом машину видела его, пару раз у ограды стоял. Постоит и уедет. Ну, мне это даже понравилось. Как его зовут? Валерием представился, а фамилии не назвал. У Ильи из младшей группы появилась игрушка-трансформер. Не знаете откуда? Знаю. Валера и дал. Попросил передать именно Илюшке, дозорному нашему. Я и передала. А что, это плохо? Вы когда последний раз виделись с Валерием? 2 недели назад. А потом еще машину видела 2 раза. У ограды стояла. Мне с кухни видно. Постоит и уедет. Ну, странный, конечно. Да и дерганый какой-то вроде бы. И таблетки все время с баночки пьет. Ну, время, наверное, такое, знаете. Дерганый вроде и пьет таблетки из баночки. А ну ты можешь найти видеозапись разговора с мастером по ремонту каминов? Не вопрос. Почему вы приехали к ним в мотай дом повторно через день? Стоп! Можешь увеличить название лекарства?
Добрый день. Это Никонов. Нужна ваша помощь. Да нет, ноги не болят. Лекарство карбамазепин. Вы не в курсе, от чего принимают? Несколько вопросов о вашем сотруднике Геннадии Цаплине. Цаплине? А, Геннадий. Да, я слушаю вас. Давно он у вас работает? Работает где-то 2,5 месяца. И как он, жалобы на него какие-то поступали от клиентов, от коллег? Да нет, на Цаплина никаких претензий нет к нему. Работу делает исправно. А, собственно говоря, в чем дело? Что-то случилось? А машина личная у него есть? Ездит он на фургоне с логотипом нашей фирмы, а личная старенькая иномарка у него. Какая иномарка? Вольво, кажется, синяя, да. С тонированными стеклами. Синяя Вольво? Да. Он не придет. Придет. Я ему сказал, что дело об убийстве жены бизнесмена уже раскрыл. А к нему обращаюсь по другому поводу. Строю дачу и хочу знать, какой конструкции камин выбрать в связи с моей, так сказать, инвалидностью. Серега, скажи, чтоб студент мозги не барал. Я стажер. Слышь, студент, не барай мозги. Вовчик, ты на кухню, студент здесь. Ты планшет настроил? Ну, с Богом. Открыто! Добрый день. Привет, привет. Я тут вам проспекты принес. Тут камины разные. Спасибо. Проходите. Хорошо, спасибо. Тише, тише. Я вам не врал, когда говорил, что раскрыл дело. Я нашел убийцу. Это вы. Что? Что за бред? В фирму «Камин Плюс» вы устроились недавно. Специально, чтобы добраться до Алисы Рахманиной. Здравствуйте. Во время первого визита вы подслушали ее ссору с мужем и узнали, что она снова начала употреблять кокаин. Вы намеренно в камине оставили неисправность для того, чтобы опять вернуться в этот дом. Насчет камина. После второго вызова вы пробрались в комнату Алисы. Нашли кокаиновый набор инструментов и всыпали цианид в трубочку. На следующий день Алиса опять купила следующую партию порошка и вдохнула яд вместе с наркотиком. Андрей, помоги! Помоги, Андрей! Алиса! При чем здесь я? Ну как при чем? Вы умно все придумали. Вам не составило никакого труда найти эту отраву, поскольку в родном городе вы управляли цехом по цинковке стали. Зачем мне все это, а? А затем, что Илья Ходоров, ваш родной сын. Вы методично убиваете всех, кто решается его усыновить. До Алисы Рахманиновой у него ведь были приемные родители. Белогорские. Вы подстроили автокатастрофу, в которой они погибли. Вы ведь в Белогорске работали на шиномонтаже? Не правда ли? И самое главное, что я знаю, почему вы убивали людей. Будучи психически нездоровым, вы лишены родительских прав и не можете забрать замолчите. Из детдома... Замолчите! Я нормальный, здоровый человек! Вот это вряд ли. Вы помните доктора Валентину Сойку? И она вас отлично помнит. Цаплин Геннадий Веленович, 1970 года рождения. Проживал в гражданском браке с Марией Ходоровой. В 2010 году Ходорова родила мальчика. Заткнитесь! Заткнитесь! Вы скрыли от Ходоровой
что состоите на учете в местной психбольнице с диагнозом маниакально-депрессивный психоз. Когда она об этом узнала, она решила от вас уйти. Что стало с Ходоровой, мы узнаем, когда поднимем то старое дело. Но я думаю, что ее мнимое самоубийство подстроили вы. Однако сын вам не достался. Служба опеки отдала его в детдом. Потом через время одна бездетная пара решила его усыновить. Вы ее выследили и убили. Потом Илью перевели в интернат в другой город. И вы переехали вслед за мальчиком. Вы же ничего не понимаете, да и не поймете. Сын — это все, что у меня осталось, это все, что я люблю. Это, сука, Ходорова даже фамилию мою ему не дала. А ведь я родной отец. Все, что было мне нужно, это видеть сына время от времени, вот и все. Правильно. Для этого вы познакомились с Людмилой Тариной, поварихой из детдома. Да, потому что все, что было мне нужно, это видеть сына время от времени. А эта кокаинщица хотела у меня забрать даже эту маленькую возможность. Вот я и наказал ее. Да, наказал, как и тех твоих, Белогорские. А трансформер украли из дома Рахманиных и подарили сыну. Да. Признание зафиксировано, Сергей Юрьевич. Володька, оформи клиента. Они ведь забрали моего сына. С ним забрали всю мою жизнь. Я ведь даже не знаю, о чем он думает. О чем он мечтает. Я же не знаю. Но все равно я буду ему настоящим отцом. Ну что тебе сказать, Серега? Был ты оперативником от Бога, а стал охрененным следователем. Идем. Не плачь, а то хвост простудишь. Иди. Конец фильма. День добрый. Не ожидал вас увидеть. Ну, проходите. Мы ненадолго. Вот забрал Илюху к себе на пару дней, пока заканчиваю оформление документов на усыновление. Раз Алиса так хотела, пусть так и будет, несмотря ни на что. Да и Илюха не против, да? Да. Спасибо вам. Я просто сделал свою работу. Вот за это и спасибо. Заносите. Это что такое? А это так, чтобы вам дома не было скучно. Ну и для работы. Илюша, тогда у меня кое-что есть для тебя. Пошли посмотрим. Держи. Двум трансформерам вместе веселее будет. Спасибо. Удачи вам. Спасибо. Да. Приветствую вас, Николай Владимирович. Очень занят. Катаюсь на карете от стенки до стенки. Ну, конечно, займусь. Рассказывайте.